Ладно, Очередь, да, полетели. выбирать. Подожди. Так, а где он? А, ну давай вот чё в этот. Блин, карта-то где? Вот сюда. Три домика. Давай. Три домика. Они так-то вообще романтичные, конечно же. Но в бухте Бывалых мне понравилось, что конкуренция не такая уже большая, это окраина. И можно флаг поставить. Ну да, кстати. Ну как в этом? Где там полярная станция, типа? А, полярная станция, да, тоже ничего. Ну не знаю, конкуренция. Мы там 5 человек положили, когда мы уезжали оттуда. А я в прошлый раз Точнее, я только 5. там. Я 5-ых только. Я сегодня, короче, там падал, сразу семерых. Семерых, прикинь. Семерых, Джонни. Да, семерых, это еще пока вот только, ну, начальные наборы оружия и все такое. Еще пока нормально не замутался. Ага. Так, я вот сюда упал. Сейчас тут все вычешу. Так, еще один молоток нашел. Тебе его забрать? Раз. Могу притащить. Да можешь оставить там просто. Так, на всякий случай. Можешь взять, если слот свободный. Пока есть, да. Угу. Так, тут Дима молоток есть, все. Все, да? Он Окей. тут просто, да, в большом сундуке был. Здесь можно будет на мотике потом уехать. Мы опять в зоне, кстати. Да. Ну что, попробуем, как, может быть, развязку типа на ногах провести? Видимо. Посмотрим по обстоятельствам. Хорошо. Что там вообще можно? Клад банана. Получите карту. Нафиг она мне нужна? Да, тут есть, Что-то короче, с бананами семь. вообще не прет. Место только занимаю. У тебя есть клан банана? Но я уже не взял. А, уже Блин, не еще один так. молоток. Тут что-то этих молоточков вообще. Молоточек, молоток. Возьми заказ. Сейчас возьму. Да, не густо. Ой, такие все одинаковые пушки, что брать-то? Поехали, там ничего нет. Поехали. Колесо не спускает сзади. Пипец, ты тяжелый. Сейчас пойдем проверим эту деревушку. Где-то стреляются, типа. Ой. Это бот? Нет. Блин. Ну, не NPC. Может и бот. Вон много прилетело? Нет, ноль.
Сейчас скажу. А, вот в этой той же рисунке, в которой я ходила, там же с эрикинами тапочками описанный комбинезон. Полную прокачку взял. Я взял на эти, на поиск этих, как-то, на пивасик. И ага. Попадается часто, да? Ой, чайный. А ты тоже подпрыгиваешь из-за этого? Нет. Я отлетаю просто. Ой, нифига себе. Сорян, все, больше не буду. Первый раз просто затестил. Понял. Всегда бывает первый раз. Не туда. Один килл. У меня на дальняк ничего нету, я буду будем ближний бой, короче, тестировать. Половину поселок. Ладно. Поставим? У меня зеленая. О, и курочку надо убить. Ой-ой-ой. Блин, убивает. То же самое, блин. Ну что такое? Как сесть-то? Бодрящая. Половинный поселок. Блин, будем заходить. Сраные... Что такое? Ну, заказ далеко уже ушел, конечно. На ворота буду учить, нет? Или я уже выучил их? Тогда я их учил. Чем? А ты не нажал, не прожал, наверное. А, может быть. Странно как-то. Сейчас я поменяю на другое, что ли. Без шанса вы получаете возможность сделать рывок эпицентра, когда ломаете вражеский щит. Что такое рывок эпицентра? Я этот скилл пока не понял еще. Даже не знаю. Любитель кустов восстанавливает здоровье и часть заряда щитов, когда... Да, хорошая вещь. 150 кп. Ну, броня 50 и 100 кп. Ну, если ты там на нуле будешь. Если ты вне буря, да? О, то есть, да, вне зоны. Куст садишься, да, он тебе все восстанавливает. Ну, можешь взять себе там. Можно, конечно, поюзать, но... Тебе что-нибудь там? Баллоны не нужны тебе? Да. Баллоны? Ну, пивасик и... там не нужен. Можно, конечно, ну, два взять. Один, да. Да, но их только два у меня. Ну, так еще найдем. Ладно, хорошо. Так, здесь можно пока полутаться, наверное, чуть-чуть, да? Посмотреть, что тут есть. Да. Я пока другой там зайду. Большой сундук. Это есть. Снайперка вот такая есть. Хорошо. Может пригодится. Я весь дом оббежал, не могу найти дверь. По периметру. Так. Вы захватили половинчатый поселок. Ага. А тачки тут где нету, да? Есть тачка тут? Тачка. Блин, где-то показывала сейчас вот рентген большого сундука. А, пиво. Крыша, блин. Что у нас в большом сундуке мог быть, кроме молока? Интересно.
Блин, что-то я в натуре расстроился в этом скаре. Я вообще там редко попадаю в него из него. Прошлую катку, в частности, в основном из-за него и проиграли. Я его перестал использовать. Да? Угу, лучше, да. Наверное, этим пользоваться, ППшкой. Клан банана, не поздно учить? Либо на ворота предлагается мне. На ворота? Я взял на ворота. Хорошо. Клад банана тогда учу. Я метку хотя взял. Время нужно для того, чтобы клад забирать. Ну, я выкинул погнали, снайпер. Зона идет. Ты тоже на ближнем бою только, да? Я да, снайперку да. Выбил. Будем этот вырываться по безику там, убивать. Блин, ну это, конечно, рисково. Даже безик должен быть немножко размеренный. Ну... Конкуренция только растет. Победа. Она яйца жестко. Так, клад банан. Да, типа, осторожно. Давай уедем, пожалуйста. У меня просто клад банана. Да, хорошо, показывай, куда ехать. Хорошо. 90 градусов направо. Блин, что ты? Меня сбили, бро. Ой, ты не успеешь, наверное. Да, ты не успеешь. Уходи просто, карточку подберешь. Ой, это мотоцикл был. Уходи, да? Уходи. Они оба в тебя стреляют. Оба. Я вот рядом с ними ползу. Они видят тебя. Они. У них еще и напарник. Вот. Офигеть, они крошат. У тебя слишком большая жопа была, вот тебя и убили. Ну да, кстати, надо поменять скин, наверное. Чего ты? Уже в Fortnite заходишь? Кажется, конечно. Жалко, конечно, этого добряка. Вот кто там проснулся. Да, Кристюша. Кто-то хочет сказать, да? Интересно, что у него в голове происходит, ребят? Блин, они там тусуются, да? Да. Угу. О, один ушли ушел. На следующая ближайшая точка поставил на всякий случай. Ну это, конечно, по обстоятельствам. А, типы. Блин, я не знаю, как я тебя здесь буду поднимать. Да уж. Давай. Чего ты чихаешь сегодня? Не знаю. Странно, что чихают. Все, Янис, ты готов. Я тебе сейчас да? Все. Дима. Падай куда-нибудь, где я езжу. Во, все, спасибо. Там кто-то огонь вел. Это все нормально, пока что. Давай, лутайся. Да,
Тип, тип, за мной, осторожно. На заправке вроде он. Может, сядешь или чё? Сейчас сяду, да. Возьми что-нибудь. Вон, тип, тип, тип. Не вижу, блядь. Вы задавили моего? А. Я слеп. Где? Блин, да ладно. К сожалению. Давай сюда. Подползай, подползай. У меня есть щит, короче, из полезного. Эй, из полезного. Вот тебе молоточек. На всякий случай. Всего. Зона идет. Собери стволы, как поехали. Как глубее пойти? Мне вот неудобно с машины стрелять. Разделимся. Не, надо выходить из нее и просто убивать. Да. Там кого-то хиляют. Давай, давай я... Хиляют кого-то. Да, да, восстанавливают. Давай убиваем. Убиваем, вот убиваем. Здесь, вот здесь, вот здесь, за углом. Готов? Почему я не могу его пробить нормально? Ищи, ищем второго. Сюда, сюда. Он его успел, он походу. Лет... Сюда, давай. Пиктограмма. Дом, дом. Ай, здесь в доме. Убей, убей, убей. Есть. Подними, подними, подними. Я же убил его. Да, подними меня, подними. Подожди. Подними меня. А. Вы выиграли, нет? Нет еще. Нет еще. Еще один чел. Брони нету вообще, братан. Засветился он? Куда? Поднимешь или я подниму? Блин, где он? Блин, братан! Беги, беги, беги. Ну, все, иди убивай его. Иди убивай его. Я, короче, сам себя не вижу на этом, на... Как тебе сказать? На камере. Ай-яй, я сейчас сдохну. Так-то можно было меня, наверное, поднять. Да, можно было. Эх, да. Так. Надя, смотри, где Кристина, если чё. Кристюш. Слева. Нет. А, это упала эта штука. Может, тут закемпериться. Чё, будешь этой штукой стрелять? Да, скорее всего, что делать. Чего осталось? Да. Твоя очередь, короче, этот рулить. Рулить. Да. Он, мне кажется, на контейнере, нет? Не-не-не, не слышно его. Подожди, пока не пались. Короче, игра багнутая, она не показывает, ну, камера меня, модель игрока. А, да? Меня показывает. Лагнуло, короче. У меня такое ощущение, что я невидимка. У меня только оружие видно. Прикольно. О, это в зоне.
Наборчик у тебя, конечно, вообще топовый. Слушай, а ты его не видишь? Как Нет. бы... Нет. Я не слышу, не это. На его камеру ты не можешь Нет, переключиться. конечно. Он, скорее всего, вот здесь где-то сверху, вот в этом здании Вон слева. там, да? Да, да, да. Там. Ага, то что думаю. О, вот он идет. Нет! Да, Давай! да, да, да. Давай, давай! Yes! Все? Yes! Еще и коронка. Не слушай меня вообще. Все, здорово, супер. Бен, не зря жми. резко. Нажми Б там что-нибудь, потанцуй. А, так я себя не вижу даже. А, ну да. Ну, тогда это. Потом. Слушай, я, может, скинку меняю? Быстренько в логи. Давай, давай. Он ГЦ чё? Стандартно. Прошлую катку я гораздо больше сделал, чем в этой. Пипец вообще. Да, так это, короче. Пас давали друг другу. Ну, да. Хоть гранаты, блин, собирай и убивайся гранатами, пипец. Что-нибудь дайте мне, пожалуйста. Эта пушка тебя не устраивает, да, которая как ФАМАС, короче. Да? Очередями, которые стреляют. Да. Тебя Дима Гонь шелкал. Да, Дима. Попробуем тебя забрать. Чёрт, Кристин. Господи, боже мой. Где этот вход вообще сюда? Как здесь подняться? Кристина, ты меня не самое, конечно, лучшее место для смерти ты выбрал. Да, да, вообще неудобно. Я хотел свалиться, не смог. Кристина, тут яркие картинки привлекают. Ага. Экран мельтешь что-то. Экран не лошадь. Он меня возрождает. Ты что, куда? Воскрешаем тебя? Да. Я помер в самом начале. Так, где там? На цитадели ресалка. Еще потом там ресалка. Ну там уже зона идет. По пути еще около золотого замка там. Вот тут есть. Наверное, ну на цитадели ты не успеешь резнуть. Как это здесь починить-то? Точку поставил. А, там у тебя эти, да? Да я не знаю, что это такое. Задание. Да, там задание. Три раза Е нажать, а потом три раза разрушить надо. Да, понял, сделал. Все основные штуки. О, тело. Тоже одиночка. Mm-hmm. Так, ставь мне какую-нибудь точку ближе к по воде, если я буду плыть. Хорошо. Ты просто плыви, плыви. Что-то интересное. Дроп какой-то.
Shift нажми. А. Налево поворачивай. Чистить крышки, что ли? Ну а дальше как добраться? Пешком? По суше удобнее, да. И причем в деревню не забегай, в золотую замку. Сюда. По краю. Может быть, ты не единственный здесь. Здесь золото нам. Двери открыты. Так, сейчас как-нибудь. Блин. Блин, там еще один. Уходи отсюда вообще, уезжай. Да господи, сядь ты в эту хрень. Следующую точку давай. Ну, в том замке, но там неинтересно. Следующая точка... Давай вот... Куда? Да, ага. Куда поставил точку. Понял. Есть еще на бензоколонке, но там, наверное, рисково тоже. Понял. Такого брутального быстего. Можно тут удар деку взять. Стрельба какая-то. Давай. Так. Так, спасибо. Так, лечу куда-нибудь. Я за ударом деку пошел сразу. Вы поглощаете здоровье врагов, когда устраняете с их помощью обычного или необычного оружия. Чё? Интересно. Возьмем ячейку. Да сядь ты. Не садится, короче, нифига. Че, все крестчали там? На меня. Ай-яй. Не вернулся. Тебе надо что-нибудь из оружия? Нет. Ой, серьезно, интересно. Я думал, как... Так, что я сел за руль? Пойдем вон. Залутаемся там. Угу. Упал уже, да? Вот он, да. Давай, давай, лутай. Бронька есть, смотри. Да, у меня пушка есть, Дим. Я взял пушку. Ядреную. Понял. У меня только... вот эта ядреная пушка, ракетница. Удар деку. Снарядики тебе нужны или что? Набор дикий. Да не хватает ракетниц. Просто стрелковое оружие. Хардкорное оружие. Че я падаю, Аль? А вот. Че я падаю-то, эй? Тут лед. Дим,
давай я ей, может, прокачку сделаю, я скиллы выучу. Сделать ей прокачку. И где прокачка? А ты не сделал, наверное. Давай отъедем отсюда, здесь неудобно. Зона уже. Куда едем? А, я не знаю, ты за рулем же. Нет, давай ты лучше. О. Так, сейчас, погоди. Сейчас, секунду. Блин, может, надо было полную прокачку взять. А, буря есть, всё, ништяк. Метка бури. Шаги рядом. Шаги, шаги, шаги. Мама, шаги. Второй. Ага. Убил? Да, ништяк. Да, барон. Корону забрал? Нет. Не забрал. Не нужно пока. Так, тут на этой штуке слышал, наверное, да? Да, слышал. Проехался. Че я возьму? Снайперку или дробовичок? Вообще без понятия, что мне оставить. Че-нибудь возьми. Экзотическое оружие. Надо откадышиться. Ну так быстро. Только так быстро перезаряжается, офигеть. Колесико нам сломали. Буду менять. Понял, хорошо. Буду брать, да. Дальнобойный буду. Ну что, давайте? Так, вижу, да, вон тело, вот второе. У меня снайперки нету. А. Сейчас я возьму твою. Не знаю, зачем я это делал, конечно. Давай тогда я добью его, постараюсь. Убил? Ага. Молодец. Стреляет еще. Непонятно откуда. А, вон, за камнем, короче. Видел? Я не буду на него патроны. Тихо, да, погоди пока. Деку. Ракетницу сейчас. Справа, скорее всего. Убили. Там корона валяется, кстати. А? Твоя, скорее всего. 2-2 остались. Понял.
Так. Пока что у нас хорошая позиция. Да, у нас реслка здесь есть вообще. Прямо под рукой. И она как щит работает, но она непробиваемая. Так, вот оттуда звуки. Вон они. От той, с той стороны. Ага. Сейчас лутать, наверное, этот будут. На льдине или на зелени? На 200. Да, на зелени там внизу. Понял. Так, сейчас браузер. Сколько нас зона буду живет? А, один Дима залез сюда. Второй тоже. Они. Удар дэп, уворачивайся. Просто уворачивайся, Дима, как можешь. Уворачивайся. Они на молотках подбежали. Блин, что я сделал? Да убей ты. Бам! Бам! Yes, yes. Это на слоумона вообще, я все это видел. Да? Я кастую этот удар, блин. Ты обоих завалил, получается? Да. Обалдеть. Я ракетницей дал по одному, наверное. Но я ни одного не убил. Блин, я вообще урона мало нанес. Урона мало нанес вообще. Рика, хватит кудахтать. Ты это... чем ты их расстрелял-то вообще? Ну, это вот с зеленой снайперкой, когда он кастовал. А второго молотком. Все. Молотком? Да. Ну, я успел дать там 2-3 тычка в начале. Потом вытащил ракетницу. Дамажнул немного. Да, и видел. Закастовать я не успел, меня в полете долбануло. А я не ту кнопку нажал и подлетел, блин. И, короче, можно было раньше закончить это все. Ну все, ништяк. Или волчика. Серые пушки. Да, у тебя есть классно. Что? У тебя вообще ничего нет? Да не, есть у меня 4 пушки разные. Какие средненькие? Ну тут что-то пасхалочка какая-то, там венок. Можно посмотреть на океан. Да. Все, поехали, всё. Надо уходить отсюда, пока нас зона не съедет. Вот сюда на лебедочке можно. А, еще. Ага. Так, тут дробовичок есть. А, ну тут зона недалеко, кстати. Вон тачка есть. Так, а где? Под горой, под которой ты находишься. И катер тоже. Полное изобилие возможностей. Ну да. Так, тут есть дом, по-моему, неплохой, где можно полутаться. Вот дом. Да, большой, который особняк. Там есть какое-то. Если это не заправка, конечно. Не, это особняк. Я частенько тут летаюсь. Прыгаю сюда. Сейчас, подожди. Давай этот, садись в тачку. И разноси дом. Мы так быстрее залутаем его. Только NPC, не писи, не сбивай. Его, кстати, нанять можно. Ключик, если есть, можно съесть открыть. Да, сейчас, наверное, выпадет. Блин, канистру, что ли, взять? Так, ну все, собирай. Три канистры. Ракетница у меня есть, можешь взять. Да, возьму.
будем дальше извращаться. Никакой стрельбы, чисто хардкор. Угу. Шаги рядом. Это живой человек. Блин, он меня убивает. Он меня убил. Я его... пока ракетник. Да, видел. Вставал. Ползи сюда. Он не добитый. Положи свой кореш, им кореш рядом. Его корона. Готов. Стой, 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 стой. Корона привлекает внимание. Да, быстренько сейчас вставай. Я канистру сейчас поставлю. Ой, далеко чуть. Ближе тут. Сзади? Держим. Дима, осторожно. Блин, нету патронов, фак. Здорово, надо добивать. Вот он. У машины. А они загрели, неписи. Я приближаюсь. Давай, давай. Ой-ой-ой, я улетел. Я упал. Мне никак не подняться, братан. Далеко. Давай сюда тачку забери и спускайся сюда. Летел. На. Наконец-то. Да ладно, блин. Давай, братан, убей его. Yes. Подними, подними. Фак. Видишь, разбежался, блин. Хорошее место, да? Два раза. Минута 50. Канистру бросаю. Место сказочное, пусть. Блин, где это? Кто-нибудь баллончик еще свалится. Этот. Это столько лута, я даже когда куда идти, блин. У меня патронов просто не было, на, точнее этих ракетниц не было. Вот в чем прикол. А где вторая тачка? Ну, большая, которая. Не знаю. Ну, вот она, вот она и... стоит. Что тут еще полутаться-то можно, наверное, да? Что-нибудь поскидывать. Дим, что-нибудь нужно? Короче, как сказать? Снайперка и ракетница. У меня есть снайперка, есть ракетница. Дробовик золотой. Ну, так, не очень много патронов. На черной машине поедем, да? Да, да. Они все дохлые остальные. У меня на ракетнице 5 патронов тут. У меня 8. А у меня еще ключа, оказывается. Так, что, нанимаем этого типа? Ну да, он уже все про нас знает, все да. Здесь что? Дробовичок. Где-то тут типа, по-моему. Да, давай проедем, неинтересно это место. Риски превышают возможности. Молоточек. Молоток. Давай-ка я заберу его. Давай. Где? Можешь сесть? Сейчас, подожди. Тачку и сесть за это, за... Ну, за Ctrl нажми. Ctrl. Во. Ну, чтобы непись снаружи была. Угу.
Еще один молоток не нужен тебе? Так, у меня... Блин, стреляю! Блин. Садись. Сядешь? Да. Сажусь. Давай. Сел. Да тут куда, короче, не пойдешь, везде это. Месиво. Ну, а здесь квест какой-то или что это? Может быть квест. Да, надо там какие-то эти ставить. Задание, короче, дали мне. Ну, такая штука валяется. Может поднять ее. Или еще падает? А, падает еще. Будешь брать? Нет, следующая. А, уже упала. Да, возьму. Удар деку взял. Ага. Вместо дробовика получается. Золотой дробовик. Ставил. Блин, ты можешь взять? Ладно, может, не, надо, не, вот, надо, не надо. Смотрю и... Не сомневаюсь. А тачку поменяем. Да. Ой-ой-ой. Упал случайно. Так, топливо. Мало, копчик. Блин. 10-20. 10. Центр круга отметил следующего. Прогноз погоды. Понял. Чё, садись сюда. Потом надо растить. Нужно еще поизвращаться дроном взять как-нибудь. Ну, чё-то. Человек. Там лама, что ли? Так, центр круга я еще раз тыкну. Угу. А сейчас здесь пока постоим. Угу. Ой, дрон. По-моему, у тебя много? Да, дрон. Нас засветили. Нарядов на ракетнице много у тебя? 8. Вон он там сканирует. 8, у меня 5. Вон там война какая-то. Да, внизу улица. Не пробовал, просто отбалдил. Все, я шотнул. Можешь ехать дальше. Я тоже. Ай, что такое? Садись. Дим, подожди, я... Блин. Пробиваю удар в деку. Пробил. Садись, я сзади еду. Ага, хорошо. Где-то здесь хиляется, он наверху. Ай. Пробью ему. Красиво умер. Да, вообще, в полете. Так, не будем обольщаться. Перезаряди этот ракетницу. Чё, да? Перезаряжены 4 патрона. А, вон там вижу. Да где они?
А вон там. Мне кажется, надо ударом векушку, блядь. Другим там сделать. Блин, нормально, слышь, засадись. Дима, подожди, давай засейвись. 5 человек, пусть четное число станет. У нас бот еще может поработать за нас. Чуть, пока мы чилим. Тут щит еще есть. Вот. Можно посмотреть. Там. Даже там надо. Убил дрона. Мы в засвете, если что, осторожно. Ага, да. Блин. Не было, не вылазь, не вылазь, они контролят тут. О, ну да. Там только сюда ударом летит... деку пробивать. Ну, сразу. Нокнул. Так где он? Да вон он. Блин, он улетел. Что ты пал? Куда он улетел? Этот нокнутый здесь внизу лежит. Корона вон. А, все. Они сдохли? Да. Не, я одну. Ну он за зону, походу, улетел. А-а-а. Все понятно. Ну вообще изи, короче. Да. Вернуться в лобби. Так, мне надо спать пора. А, ну все. Плюс 2 короны, 5 побед получилось. Завершали, наверное, да? 3 раза поиграли. О, ништяк. Прям подряд. Угу. Ладно, чё, ништяк. СПС. Я сегодня зашел, да, СПС, закатку. Я сегодня зашел, у меня было, я не помню, 4 или 5. Смотри, в итоге, вон, 9 уже. А, да? Да, я видел. У тебя было 7, там, я видел. Наколотил. Да, сегодня с ним было еще плюс 2. Ну ништяк, что, все, спокойной ночи. Давай, дети, ништяк, укладывайте. До скорой встречи. Давай, пока. До скорой. Пока.